возлюбленные братья и сестры, перед тем, как молиться, я бы хотел прежде всего передавать вам всем благословение главы Российской Новонахчеванской епархии и архиепископа Езраса Нерсисяна, который по уважительным причинам не смог присутствовать здесь. Сегодня нас соединяет всех одна идея. Мы все собирались здесь чтить память наших предков. Предки, которые еще, истоки этих предков начинаются еще от нашего патриарха Авраама, который ради своей веры был также гоним. Мы видим в истории, как его правнук, также наш патриарх Айк, точно так же был гоним страны завистников, точно так же был гоним наш первый царь Авгар, который неофициально в первом еще веке при жизни нашего Господа принял Христа. Точно так же мы видим и Тиридата III, гонимым, убитым, также с рук язычников за свою веру. Также мы видим в V веке движение Вартананс, которые также предпочли смерть, но не отказывались от своего дворца и от своей веры. И много-много таких эпизодов в нашей истории. И потом мы видим уже в начале 20 века мученически погибших наших предков более 1,5 миллионов. И сегодняшнее наше мероприятие своими песнопениями духовными показывает, что для нас не страшна смерть. Нас убивают, нас убивали, но, как историк V века Егише говорил, наша вера, наше творчество, наша культура – это как цвет нашей кожи. И для нас самая большая радость – это воскресение нашего Господа, Пасха. И нас никогда невозможно было убить. Так как в нас невозможно убить веру, веру в отношении нашего Творца, точно так же нельзя убить наши души, наши культуры и наше творчество. Мы пели, мы молились, и как сейчас начнем петь и молиться, всегда будет навеки. Аминь. Я попрошу вас всех, стоя сейчас, помолиться все вместе. Потом продолжим наше мероприятие. Օրդնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս ևերկրի, ըսած մեր անապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի տան իրս մեզ ի փորթություն, այլ փրկյաս մեզ ի չարեն, Սիքո յարքայություն և զորություն, և փառք հավիտյանս ամեն, ըս գործս ձեռած մերոց ուղիղ արա մեզ Տեր, և ըս գործս ձեռած մերոց հաջողի այ մեզ, ամեն։
Thank you.
наш концерт «Элегия» плачем и молитвой о безвинно убиенных детях Армении. 100 лет назад произошло одно из самых трагических событий в многовековой истории армянского народа и всего человечества. Чудовищный акт геноцида армян на их исторической родине, в Западной Армении, в результате которого погибло около 2 миллионов человек, сотни тысяч беженцев, опустошенное, осиротевшее армянское Нагорье, сотни разрушенных церквей и тысячи разоренных домов. Мы скорбим о погибших и всегда будем помнить о них. Но армянский народ тем и велик, что, несмотря на все трудности и беды, выпавшие на его долю, он всегда был и остается жизнелюбивым, талантливым, трудолюбивым, подарившим миру одаренных людей в разных сферах – культуры, науки, просвещения, спорта, политики, которые прославили свою Армению. Звучащая сегодня музыка сама рассказывает об истории и красоте Армении. Возрадуйся, Армения! Арутюнян. Концерт для трубы с оркестром. Солист Александр Ветух. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.